Всем привет! Сегодня я буду искать зомби титана в аду. Ой, что-то нет. Точки. Вот. Сейчас буду искать зомби титана. Титана, почему у меня креатив был? Бывает иногда то, что зомби титана, они, кстати, креативы могут убить. Так, сейчас будем искать. Ребята, слышали? Кажется, титан зомби рядом. Кстати, ребята, они скрываются под землей, если что, зомби титаны. С ними не связываться. Ладно, ребят, пойдем. Так, ребят, ищем титана. Ой, ребят, кажется, я его где-то нашел. Ну, тут уже его жизнь его, короче, появились. Ребята, он здесь. Ребята, если тут мясо появляется, значит он тут. Ребята, еще какие-то титаны. Ребята, тихо. Ребята. Ребята, тут зомби летающие какие-то. Ребята, ну, кстати, не надо попадать, если там титан. Ну, зомби. Просто лучше наблюдать. Почему он его туда подходит? Если там титаны с этим зомби, то он может вообще быть. Так что, ребят, это опасно подходить к такой дереве.
Конечно, будем больше все равно. Да, не потому что это опасно, что только профессионалы могут смотреть, откуда эти звуки. Нашли. Ладно, всем пока.